Здравствуйте! Сегодня буду готовить сытный пирог на сковороде. Он готовится из доступных продуктов. Быстро и просто! Для него нам понадобятся следующие продукты. Молоко 150 мл, кислое молоко, или если у вас есть кефир, сметана или йогурт, 50 мл. Яйца 2 штуки, колбаса, сыр, зеленый лук или зелень, количество по желанию. Мука 1,5 стакана, разрыхлитель 1 чайная ложка. Для теста нам понадобится 2 яйца. К ним добавляем молоко, потом один из кисломолочных продуктов. Этот раз я выбрала сметану. Хорошо перемешав жидкие продукты, начинаем добавлять сухие. Разрыхлитель. После него добавляем муку. Вводим ее частями. Вот такое густое тесто у меня получается. Для начинки колбасу нарезаем кубиками. Сыр можно натереть на крупной терке, но я предпочитаю его нарезать. Мелко нарезаем зеленый лук. Вместо него можно взять укроп или петрушку. Все нарезанные продукты высыпаем в тесто. Все хорошо перемешиваем, чтобы равномерно распределить начинку. Обязательно не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Нагретую сковороду смазываем сливочным маслом. Обязательно не забудьте промазать бока сковороды. Выкладываем получившееся тесто на сковороду и распределяем его по всей поверхности. По желанию пирог можно украсить кунжутом. Пирог будем жарить 15 минут на маленьком огне под закрытой крышкой. Когда пирог перестал быть жидким сверху, переворачиваем его с помощью тарелки. Накрываем крышкой и готовим еще 5 минут. Вот такой вкусный, сытный и быстрый пирог получился. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду очень вам рада!